А, хотел поставить Роналду на аватарку, но из-за того, что у меня на розовой мышке не работает правый клик, я не смог. Удачки. Что, ты видел это? Хорош, мужик. Я чего 2 хп снял, это окей? А, это я вот только что залез. Надеюсь на победу. У меня новый DPI 1100. Я же говорил то, что я постепенно буду превращаться в человека. Но мне его не хватает. Я с АВП стреляю как полный лох. Я сегодня на Анубисе столько шотов промазал, вы бы видели. Вы бы просто охуели, я клянусь. Но это все из-за новой сенсы, блядь. Может, не надо менять мне хай сенсы? Как будто не нужно, блядь. Зря его меняют на человеческий. Так я рай. 3 мид вышли, меня смог в окно дали. Это что такое, нахуй? Ребят, вы 2 кт стоите. Шорт. Еще один шорт, скамейка. В окне... Кто проходит? Ух ты ж, блядь. Мама мия, нахуй. Эдвард. Дефолт. Я не знаю, это вообще какой-то... Только не пробейте, умоляю, мужички. Письку затыкать его, блядь. Молодцы. Мне челы кидают смок в окно на пистолетке. Чел в окно залетает с тег 9-м, блядь. Это вообще пи***ц, против кого я играю. Сэмка в окно можете встать, я мид кушаю с МП9. Да обычная черная Logitech, да что ты, блядь. Мышку мою Logitech черную хочешь? На обои? Не, мужик. Там разрешения не хватит. Ой, блядь. Как я хуй все прыгнул. Просто ку**ан. Ох, я. Ох, я. А мне фомасик не подкинут, да? Фомасик мне не подкинут. У меня ОП будет. Нормально, 5 фрагов уже дал, 4 на эко, с... Эко пауэр, эко кобра, это я, бля. У меня новое звание, нахуй. Я реально начал эко кобрить в последнее время. Ой, ребята, не так резко. Спасибо за 1000. Мид 2 вышли. Я на коротком пикует, вы прикиньте, блядь. На коротком, нахуй. Еще 2 мид. А где конплеер? Я уже умер. На, вышел. Ты чё? Сори. Ёб твою мать, что вообще в этой игре происходит, блядь? Мужик, выиграй раунд, пожалуйста. Блядь. Ну какая фейк инфа, если он стоял за фаером? И украл пачку. Куда он пошел? Действительно, яму, наверное, стал. Джангл. Ага. Да все, НТ. Ну это пи***ц. Меня продали, меня застопили в окно, куда нахуй. Куда пошел? Давай погадаем. Из-за этого я и так с хуком респом, блядь, был. Но кто ж знал, что он Баем вернется? Сколько? Что это, блядь, у меня... Ну... Началось, блядь. Рамп. Я, кстати, прям бошком устрелил, но прострелом. Джангл, еще джангл. Бля, какой сын, блядь? Он вот, то есть, вот тут стоит, в окно смотрит и кидает молик. Вы представляете, насколько идиот, ебать? Вот насколько просто алкаш ебучий, блядь. У меня так голова заболела про этот трек, я ебал, блядь. Я ебал, я еще, вы видели, как я в прошлом раунде промазал по топ-миду, блядь? Я клянусь, если бы у меня был мой сенс, короче, я возвращаю свой сенс, я ебал, блядь. Это сенса просто дерьмо, блядь. Просто дерьмо, сука. Нахуй я... Короче, я хайсенс игрок, нахуй я это делаю? Нахуй я это делаю? Я просто хайсенс всю жизнь, все, успокойся, блядь. Все, я сейчас буду летать нахуй по карте, я плюс 200 DPI добавил, у меня 1000 стояло, прикиньте. Не хватает сенсы мне, чтобы попадать, блядь. Ну, вы что, понимали, это не рофл трек, это на фул, блядь, чел записал трек такой. 25-62, ну 62 я в голову дал в ранде. Если бы я его бошку убил, не в самом начале раунда, было бы так. Может, никто не мюзев сдропнуть? Я юспик отдал. Я ладер. Блядь. Мне кажется, у меня как-то команда ху... стоит. Они в миду у меня типы какие-то вообще тупые. А, ну 2500. Это вообще лобби фул нубов. Я клянусь, вы что понимали, я залагал в моменте, у меня голова залагала. Справа. Как он чекает, он. У него. Нахуй ты вообще сюда идешь, ебнутый мак, блядь. Какие тупые здесь люди. Ой, желтый, ты баном играешь? Это вообще ужас, нахуй. Что это за бред? Чел на коротком прочекивает, нахуй. С трейфиками, микрострейфиками, блядь. Когда дает смог шорт, и уже убил чела на шорте. Ебаный сука идиот. Ладно, я видел, короче, я смотрел демку Мона на Мираже, он вот так делал. Смотрите. Ладно, я если чё... Просто обосрался. Я ещё взорвал себя, блядь, зачем-то. Боже, какой я ху... Ковры упал. Под коном. Хватит у меня хай сенс, блядь. Привет, Скай, когда будет просмотр фильма? Я сапсовку прибил.
Вышел из бомбы. Пит вышел из бомбы. Ну, меня с одной пули вот так вырубает чел, потому что он распикивает вот этот угол почему-то. Зачем? Никогда не будет фильма, походу. Я опять игру ебал. Ну я не знаю, это просто отец игры, он всем с одной поставил. 0.8 КНД просто всех с одной уволил. Ты пи***ц. А что происходит? Почему какой-то ебаный ужас происходит? Я не могу понять, блядь. Алло, алло, блядь, какого хуя вообще происходит на экране у меня? Блядь, ебаная сенса, нахуй. Батяра, блядь, пришел модератор, нахуй, впервые за 3 месяца на стрим батяра пишет, блядь. Пит, вышли. Готово, когда? Рампа выходит. Он проходит. Просто. Да, почему ладно. Он так идет чекать, чел? Этот чел ненормальный, блядь. Почему он так выходит чекать? Он не по... Он ничего вот тут не чекает, блядь. Вот тут был молик, он идет чекать ковры, нахуй. Вот так вот чел с АВП распикивает. Бля, просто фрик лобби, ебучий мираж, нахуй, 500 элла, блядь. Я забыл, что на... Бля, я забыл. Почему я пикнул мираж, когда тут такие ебанатые играют? Такие ебанатые играют, блядь. Зачем я пикаю мираж вообще? Зачем я это делаю? Зачем? Зачем, блядь, я это делаю? Ой, блядь. Киньте флешку в мид, на 1.47. Я кон пикну. Вот этого чела, ну, у этого сынка хуйня, не чела. На 0.86 КД есть еще. 0.86. Что они делают? Что они делают? Он не выходит мид. Он, ай, он не выходит мид. Он стрейфом пикает, блядь, центр коннектора. Что это такое вообще у меня на экране, нахуй? Это не люди! Он не выходит мид, это один чел в мид идет как-то рандомно, блядь. Как вы, сука, двигаетесь? Что происходит? Ебаче, 2 КЛ лобби на мираже, блядь. Там чел полубоком выходит на... Он пикает стул, я клянусь, он стул пикал, нахуй. Я клянусь. Какой нахуй короткий стрейф, ебанат, ты никто в этом не должен был. Он дает молли кон, он не должен на коротком стрейфе кон чекать. Он молли кон дает, ёб коном. Лоу хп был, Зиги. Бомба у нас в сайте. Хорош. Вы прикиньте, чел сидит здесь, и вот тут 30 меня жмет. Я за стеной, он меня 30 жмет. Я не понимаю. Ай, сука, я не понимаю. Мы играем против зверей, сука. Против меня звери, блядь. О, вот такой молик. Да. Какой ты бот, я охуелый. Кто? Чё это, что это, я кидаю флеш, он даже не отворачивается, ему пуй, ему пать. В чём тут бот? Там ебатый до смока выходит. Мне кажется, у меня команда не умеет мид играть, потому что они ничего не делают правильно. Кто у меня кон плюс шорт играют, вообще, это не люди. КТ ласбум. Вот такой смок. Молик просто... Молик, блядь, на другую карту улетел. Бля, мужики, а чё у нас, как так получается, миду-то, блядь? Они на п***ь бегают просто. Пода тоже, блядь, я не понимаю, что за х***. Вы первый раз на мираже? Написали бы в чат минус мираж, я 20 секунд ждал вашего кола, блядь. Смешно им, нахуй. Ну я говорю, это все проклятие стримы. Ладно, мы еще не проиграли. Да ладно, ты карту. Ну вот я о чем и говорю, они до смотал. Я могу, его. Тетрис. Мид еще, наверное. На зеленый, ты вообще инвалид или что? Мидл. Это что? 30 кп. Ну да. Как они играют? У меня че? Блять, я не могу, урод. Кто это на атак руинит, блядь, каждый раунд, ебаный? Спи нахуй оттуда, блядь. Уйди просто на Б, хоть на последнем раунде. Постой, пока кайфу, я не знаю. Одна, кто на А стоит? Я не знаю кто. Уйди нахуй оттуда. На. Кто на А стоит? Именно зелёный. На А или именно на А? Именно да, на А. Чё вы деньги на в next round сейвите? Это последние придурки. Закупитесь, идиот! Вы куда деньги сейвите? Рампа. А, то есть ты... То есть у тебя чел на Тетрисе вот тут, а ты сидишь, контролишь ему стейрс? Или ты вообще... Индюки, блять, я не могу! Просто ужас, нахуй! Вне стрима нормальное, адекватное лобби, 3К, ВГ, тут 2500 ферма, просто огород ебучих овощей, что там, что тут, блять. Это вообще... О, боже, дай мне сил.
Окей. Погнали Б. Погнали Б, я куплю гранаты, ребят. Можете просто Б рашить, вообще до пи***. За контактом. Нет, рашим. Там. Я не злой, я намерен побеждать, не, ребят. Просто ну, то есть кол, ну кол чемпионский, но мы выиграем, да? Да. Ну, что ты хочешь сказать, окей. Что раш Б хуй? Да нет. Ну вот и все. Мышка охуенно стоит. Бэксайд лоу. Два шорт. Бэксайд. Бэксайд шорт. Вы видите? Всё, он просто нас... Он не останавливается, чтобы стрелять. Он не останавливается. Он не останавливается, чтобы стрелять. Он просто двигается и в движении стреляет. 0.8 кд талант, нахуй, уже полтора хуй. 20 винрейт, одна игра за месяц. Это пи***ц, заменщики, ты просто баты ебаные играют. Просто ни о чем, нахуй. Игрок на каждой позиции хуй у меня в команде. Ну как это, блять? Там 3 человека с 0 кд играют, 20 матчей. 3 в окне, Пушат мид, это против кого мы играем? Андер пушить будет, наверное. А там челы 3 в окне начинают. 3 в окне начинают. 3, блять, 3. 3, маму, блять, их еб. 3 человека в окне, блять. Ну чё ты меня не репикаешь? Ёбаный огородник, Мурасаки Бара один из самых результативных игроков в поколении чудес. Несмотря на лень и прохладное отношение к баскетболу, его сильная сторона — это нападение. В тех играх, где он выходил из себя, он набирал по 100 очков. Это скрытый пул! Я клянусь! Без стрима идеальные игры, все отлично! На стриме просто 0 шансов на победу, блядь. Просто 0 шансов, нахуй. Меня выигрывает чел с аватаркой черепашки-ниндзя, блядь, который даже не грузится, блядь. Надо назвать. Он забежал. Андер, ты инфу сказать не можешь? Пошли с Егой пройдем. То есть они играют 2 коннектор, 1 окно и 1 в андерграунде. Баксайт. Чё баксайт? Ебаще рандомные лобби, блядь. Ну это просто свиньи. 4 мид играют, нахуй. В окне на втором раунде стартуют втроем. У них на А опоре никого, чтобы вы понимали, 2 раунда подряд. У них 2 раунда подряд, 0 человек на А опоре, 0. И потом... Да я ебал, это 2 колоби, сука! Просто невозможно выиграть, ебучие идиоты играют. Просто идиоты, демку посмотрим какого-нибудь. Какой проигрок, нахуй, вот тут 2 колоби, смотри демку любого из этих ебучих. В next игре все 0.5 кд сыграют в этой x10, хуй. От своих возможностей, блядь. Какие дети ш** против меня, ебать. Нахуй пику ебаный мираж, блядь. Я даже пикнуть нормально чела не могу. У челов 2 АВП, нахуй. У челов 2 АВП, блядь, просто. Я клянусь, вот, без стрима я сыграл 5 игр, было 5 адекватных игр. Даже учитывая, что мы попали одну, ну хотя ладно, там идиот в команде был. Ну там у нас как-то хотя бы логично еб***. Тут просто рандомные ебучие идиоты рандомно нахуй бегают на мираже и все. Ну что это чел? Этот чел с коннектора просто пошел по центру аплента. Ну вот чем он занимается, нахуй? Чем он, блядь, занимается? Что он там делал? Нету. Ой, желтый, ну еб твою мать, я тебе не буду подсказывать, но ты в пизде просто. Ты просто в пизде. Неплохо. Не надо так стоять, умоляю. Ну. Отлично. Все, погнали, комбэк. Победа, все, собрали. Да, я собрался. Я конкретно собран, блядь. Я вот супер собран. Спасибо за сапку или что это было. Что это вообще за звук? А что я слышал сейчас? У меня шиза? Мне жалко. Я сам себе спал. Ладно. Так. На симпле за бэксайтом, чел. Что? А, их 2. А, я-то думаю, да что вы делаете? Можешь просто дик смотреть. Че вы мутите? Это он мог ебать нас вообще в ряд. Да он вообще какой-то одет. Да зачем мне это ОП, я ебал. Это коин-бот. Ну вы видите то, что я всегда знаю, где он, но я никогда не могу попасть, вы понимаете? Я всегда знаю, где он, но я никогда не могу попасть. Мы столько 4-5 ботов, никто в КД не вышел. Сейчас пробегающего ебану просто. 1-6 рабочий счет.
пробегал кон. Ну, рампу пикал вообще. Ковры, зик, ладно, зик, ласт. Ай-яй-яй, сука, АВП работает. Это 2 каба или что это было, эко? На меня ее побил. Не, вроде... Будет калаш. Зик, ласт. Да я ебал, блядь, они 3 зик играют, нахуй. Да как мне убивать с АВП? Они 3 зик, блядь, 3 зик. Что мне делать, блядь, что мне делать с AWP, нахуй? Я стою, контролю Kitchen, контролю Бэпсы, челы 3, сука, зик, 3 зик. Как он по-последнему не зарегало вообще? Закрепуйся, куда стреляю. Ты иди нахуй с этим треком ебаным, блядь. Иди нахуй. Ебучий трек в самом важном раунде, блядь. Уебан. Иди нахуй. Да почему, блядь, я отключаю все эти уведомления. Меня заебало это, блядь. Куда у меня пуля, сука, летит? Я иду, Сандер. Не пикай оранжевый. Кон один. Стоять, тихо. Я не верю! Он стоит за смоком вот тут. Вот тут. Вот тут. Надо. Где я, сука, ебучая, блядь, грядка? Я не могу. Займи КТ. Джангл сверху. Джангл, джангл, джангл. Слева пошел был. Пошел направо, как будто в окно пойдет. Я не верю в эту ху... Чел стоит под смоком! Это 2500 аверага, я клянусь! Я... Блядь, я всегда ху**аю с этого миража, ебучего, блять, я иду на шеф-тесты спавна с андерграунда. Он, стука, стоит, контролирует. Понимаете, что он кинул ванвей с CSGO? Он кинул ванвей. А нет, это не ванвей, это просто кривой смог.